Привет, девчонки. Катя сейчас в светофор ездила, уже молоко у нас кончилось и кофе. Тут три упаковки молока по 12 штук. Кофе вот такой, ну оно, по-моему, 170, я говорил, три упаковки. Вафли такие я люблю, это у нас тут поселок Яшкино в нашей области. Недалеко там где-то. Трубочки. Пирожное Аленка. Два батона. Сыр взяла. И две палки колбасы. Вот любят они бутерброды. Я не ем ее. Такие покупочки. Всем привет. Варвара, иди привет скажи. Вот, девчонки, пришла посылка из Москвы. Варварин подарок. Вот такая огромная. Что-то сейчас будем собирать. Варвара, что там пришло? А то придется папашу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я тебя умоляю. Какой папаша, блин, а? Господи. Что он может, что он умеет, блин. Упаковали, блин. Хрен пробежишь. Интернет-магазин, детский мир. Это чтобы машину купить, у нас нету, это прям с Москвы привезли. Это вообще кошмар. Моя бибика, говорит. Моя бибика. Бибика. Ну доставай машину. Вдвоем. Бибика. Мама. Бибика. Ну вот, раз мама, сама и собирать. Собранную в коробке привезти. Мам, ну она же транспортная компания, что? Убери коробку. То машину не видать из-за нее. А что, еще и эта должна коробка храниться? Нет, эту выкинули. Зачем она? Что, все коробки там собирай? Да, если все собирать, так... А почему чека нет? У тебя какую-то бумагу ждали? Я же онлайн платила. Там чек. Ну, что-то какой-то документ тебе должны были дать, что ты получила. А тебе что? Скорее надо все разбирать, да? Я тут маленько легла, приуснула. Ну, там не знаю, на сколько минут. А Катя в туалете сидела. Да, выходит, там кофе рассыпала. Ну, что это? Вока, говорит. Зарядка. Это зарядка. Заряжать машину твою. Вау. Так, теперь разобрать, куда он эти две штуки. Так ты ее вытащи хотя бы из мешка, блин. Или я тебе буду показывать, как ты там в мешке роешься. Вот еще, девчонки, ее собирать надо. Что это? Сейчас мы еще обзор. Так, а куда она делала зарядку уже? Зарядку куда делать? Варвара. Крючок какой-то. Дрын. Она куда-то зарядку. Место биты. Ну я поняла. Место биты. Угу. Для маленьких. Короче, это надолго. Да, тут еще попробуй собери. Ну, в общем, вот такая машина. Сейчас Катя будет собирать. Мы, конечно, вам не будем этот процесс показывать. Смысл. Она пока тут разберется, где педальки, где что присоединит. Бибика, опа. О, дверки открывается. Тут еще музыка. Она еще не поняла, что это такое. Какое-то корыто. Так, я поняла. Вот это вот сюда втыкается. Это что, Варвара, бибика? Как вот с ней собирать? Смотри, вон кнопочка. Вот кнопочка. Так, хоп. Ага. Какая-то она, блин, неуклюжая. Кто? Дверки маленькие. Ну, а как ты хотела? Дверки вам можно и так садиться. Все. Мы завтра с тобой гонять поедем. Баба сядет в нее, как в тазик. И поедет. Ну, вот эта штука, я поняла, сюда втыкаются. Вот эти. Куда Варвара, вы счастливы? Куда вот эти штуки втыкаются? Ну так ты инструкцию-то возьми. А? А там говорят, в инструкции можно даже и не смотреть. Да? Да. Русский же как? Сначала собирает, потом он все смотрит. Там инструкция не по... как-то не по нашему.
Ну, машина не наша, инструкция не понашу. Он гарантийный талон. Не порви, ничего не сломай. А то будет тебе бибика, блин, на свалке валяться. Ладно, включимся потом, когда Катя соберет. Наверное, завтра. А тут хотела сказать еще на счет шоколада. Августина там писала, что видео посмотреть. Но я посмотрю попозже. Что-то. Ну, а что я могу сказать? У нас вообще половина продуктов можно. Да не половина, почти все продукты из химии сделаны. Вы думаете, что в хлеб ничего не добавляют? Я работала пекарем и знаю, что там и не только ешки, а всякую фигню добавляют. Для того, чтобы хлеб поднимался, быстрее выбраживался. Потому что если вот мы берем батон, а он не жует, это явно, что батон не выбродился. Его с помощью всяких заквасок подняли и все. А как батоны мы делали полкилограммовые, а они на все 10 смотрелись, так раздувались. Так что то, что там ничего нельзя, и про наш шоколад Яшкинский, тоже фабрики, кондитерской, тоже говорят, плохой не плавится. Да у нас практически вообще продукты нельзя есть. Сяду так. А что, продукты практически все из химии. Молоко, оно сделано из молока, потому что как такового фермы у нас нету, заводов нету, все везется из-за рубежа. Из ближнего, из дальнего зарубежья. Так что, девочки, ешьте все. А или не ешьте ничего. Даже овощи и фрукты, все с добавлением химии. Такие пироги. Ладно, буду включаться, потом покажу уже, когда Катя соберет. Если она соберет сегодня вообще. Не соберет. Не соберет? Нет. Ты что, Сашку надо звать? Плоскогубцев нет. Как нету? Я ж покупала. Есть? Пасаки же еще называется, плоскогубцы. Я вот все написано, да, все как, куда, что втыкать. А провода-то не написано, куда втыкать. Как не написано это? Да не написано, тут написано, как собирать. Вот эти я поняла. Вот ну так ты все соберешь, а потом только воткнешь куда-то. Ну, вот это они все же собраны, провода. Потом только их надо воткнуть куда-то и все. Ты уже прям панику наводишь. Все, модница будет у нас, сковородница будет на машине кататься. Да? Руль. Ой, помощница. Уйди, говорит ей, уйди. Уйди, она поедет, Катя, кататься. Да подожди ты, Варвар. Варвар, ну потанцуй. Варвара. Тут еще свою флешку можно. Потанцуй, пожалуйста. Пока камеру брала, она танцевала. Камеру взяла, она не танцует. Да ты сила? На. Что-то там еще говорит, блин. Ну что ты не танцуешь? Барбар. Не хочет танцевать. Ну и хватит. Нет, не интересно вот так вот. Надо накрыть ее правильно. Ты чего, Варвара? Что-то она включила не то, машина завелась. Как давай плакать, рыдать. Ты что, ну выключи. Ой, боится. Мама! Что случилось? Маленький, что случилось? А что ты плачешь? Надо там что-то вставить тебе. Да? Странный ребенок. Сейчас мама будет собирать. Ой, мам. Собирай уже. Вон слезы какие крокодили бегут. Как? Как вставить, да? Не знаешь, как вставить. Сейчас мама ставит. Ты давай собирай, пока она тут не разорвала все провода. Все, она нашла место. Довольная. Ну, плакса ты маленькая. Вот что, Катя, короче, машину стоит, выгружает. Это увидела.
прибегает ко мне, пошли, баба. Я иду, смотрю, у нее все лицо черное, все мокрое. Я думала, она что-то пролила себе на лицо. А нет, это она так умудрилась себя замазать. Слезы все с грязью перемешала и стоит, рыдает, что мама сейчас вот уедет на машине. Да? Флякса маленькая. Лика. Баба, испугались, что баба, мама уедет. Как давай рыдать? Бибика, биби, колесики, колеса, колеса от бибики. Так, ты что орешь? А где пульт? А? Ой, этот. Вот не дает она ей никак собирать машину. Лезет туда, и все, ей везде надо все пощупать, все потрогать. Уже сколько времени сидит, не может не собрать ее. Еще и такой вот шуруповерт купили. Думаю, в хозяйстве нужная дай вещь. Дай мне нужную эту тяжелый вещь. Какой, кажется. О. Да ты же говоришь, он сел. Сел. Два зарядки у нее, два этих, как его. Как они называются? Аккумулятор. Аккумулятор. Потихоньку готовимся к ремонту, а то, ну, говорят, что пишут, что лучше бы ремонт сделали, чем такие дорогие подарки. Ну это же подарок сделал кто? Отец же подарок. Ну какой он сделал? Отец, короче, дал 10 тысяч, что это в качестве элементов платит там. И за эти 10 тысяч она купила машину. Ну, в этом месяце он точно уже денег не дал. Мама, он и в прошлом месяце 5 дал. Ну, в прошлом месяце 5500 он дал. Ну вот Катя захотела, вот вы говорите, да, что лучше бы она себе нарядов купила. Ну вот не хочет она, вот лучше ребенку что-нибудь купит. Ну как я ребенку подарок на день рождения подарю? Извини, дочь, я тебе подарила подарок. Ну ты подарила ей за 500 рублей игрушку купила и хватит. Ну тут Сережка складывался. Ну, за твои же. Мам, ну это блин, он складывался. Она не дает ей собирать машину. Орет и орет. Вот сколько собирает уже час, наверное. Столько она и орет. Везде лезет, все хватает, блин. Вот сейчас пока ноги не переломает, будет идти вот по этой штуке. Что, уже все одел, типа не снял? Наверное. Так. Варварочка, ты почему маме не даешь собирать машинку? А? Куколка бабина. Яна, смотри, ей с этой стороны, я оттуда ушла, она сюда идет. Смотри, какие блестюшки. Смотри, какие блестюшки. Смотри, зеркало. Ой, могли бы... Я не могу за такие деньги. Это вообще машина по акции. Мы купили. А так она, по-моему, 14 тысяч стоит. И зеркала обыкновенные какие-то штучки. Но как они должны... Ну, в них не посмотришься даже. Мама, что-то... они же безопасные должны игрушки. Ты смотри, какая она. Ну, есть такое, это, где отражается, где можно смотреться, а здесь ничего, вот орёт и всё. Слёзки вытирает, но надо ей... Она так попочку не зажимает. Она так. Во как, говорит, во как. Она не даёт ей никакую собирать. Нет, я без нее. Ну, сейчас зарядится, подожди маленько. Я уже устала с ней. Я говорю, на этой машине не разгонишься по нашему домику. Так что вот так, девчонки, не хочет она себе ничего покупать. Ну, почему я ей на день рождения должна покупать себе вещи? Это ее день рождения. Изначально папаша добавлял деньги. Ну, у нее он что, дает какие деньги, она отдельно в баночку складывает. Катя-то уже на я нее не получает. 11 тысяч, ну спрашивают, на что там еще мы живем. Ну а на что живем? Арсений у нас на инвалидности пенсию получает. Барбара получает до 3 лет. Это ключ был. Да? Вот это был ключ. Это и есть ключ. Ну и что там еще? А, и Данил у нас пенсию получает по потере кормильца. Так что вот так пока живем. Потом Катя еще на себя сейчас будет пенсию оформлять по уходу да. С ребенком, инвалидом. Ну, вроде все ответила уже на вопросы. Практически собрала.
Я включаю, она выключает, она ей этот звук не нравится. Орёт. Видите, что делает? А как ты на ней ездить будешь? Ты чего? Ой, боже мой. Ну ладно, ну не больше не буду включать, не буду. Ну что такое, а как ты ездить на ней будешь? А? Как ты будешь ездить на ней? Ой-ой-ой, вообще, машина включается, она реветь начинает крокодилями слезами. Ну садись, садись, садись. Заходи туда. Давай, давай. О, садись. Садись сюда, садись. Баба подержит. Ой, вообще, это что? А как ты на ней ездить собираешься? М? Ты вообще в нее садиться не будешь? Так и будешь кричать? Вот уже больше часа орёт. Включать не дает, что-то там все прикладывает, складывает. Все таскает. Гаечки, шурупчики. Варвара, скажи, пожалуйста, ты почему плачешь? Сенька, он сидит молча, играет. Варваре, ты такая любопытная у нас. Куда ты полезла? Что тебе еще там надо? Во, это пульт. Туда батарейки, наверное, надо. Тут батарейки надо. Где крышечка? Не трогай ничего, Варвара. Все надо, все надо. Все трогает, все тащит, все вытаскивает. Рвет. Ты так и будешь вокруг нее ходить? А? Ты не будешь на ней ездить? Уже ночь покраснела от крика. Ты моя звездочка маленькая. Да, книжечку почитай. Почитай книжечку. Только не рви ее. Мы так внимательно смотрим. Такая деловая, блин. Такая, блин, деловая. Вау! Бибика! Бибика! Бибика, да. Бибика. Бибика. Машина. Бибика. Машина. Бибика. Машина. Бибика. Бибика. Тебе нравится машина? А? Тебе нравится машина? Нет, не нравится машина? Гы-гы. Такая шлётая девочка. Бибика. 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 Назад едь. Короче, Катя собрала машину, сидя залез в неё. Вот такая вот машина. Пока! Пока. Всё, пока. Я писался, плохо себя водитель. А это уже... А это уже от крика охрипло, опухло. Она орёт, она боится эту машину. Она не боится, она включать не дает ее. Ну включили же, не орёт. Ну, Сенька залез, пусть смотрит. Переключайся. Как он не сломал бы ее. Сильно он большой для этой машины. Ну еще! Короче, машину купили в Варваре. Все, и сломала, и бегом бежать. В ДТП попал. Ну, ДТП. А где а он? Это визжит, орёт и орёт, орёт и орёт. Она просто боится. Ну, я хочу... Это... Садись в машину, садись, Варвара. Так что, вот такая вот машина. Мне уже и Данил посидел, кабан такой. А где пульт? О, пульт где? Сенька хочет попробовать. Так там батарейки маленькие, здесь большие. Ну, короче, такая вот, девчонки, машина. Кусок пластмассы. Это еще на акции, Катя, 9 тысяч у нее, потом 1000 скидка у нее, купоны там были какие-то. Мам, пульт где? Да я откуда знаю? Ну, ты ж на кровати был, на диване.
Она вот ее взяла за 9 минус 1000, вот 8 тысяч машин обошлась. Ну что я могу сделать? Ну вот захотела на ребенку купить машину. Где она только ездит, будет, у нас асфальта нету. Ну она, короче, не садится, не дает включать ее, а идет как резаная вся. Уже что, часа два она ее тут собирала. И настолько время, все это время орала. А где пульт? Там же я же телевизор выключала. Да, Ясенька, сломаешь машину, блин. Ну, правильно, конечно, 8 тысяч. За что? За что? Все, поехал. Двери как будто не открываются-то. А что ты двери-то не закрываешь? Он их наоборот открыл. Я пока... Боится, она боится у нас что-то машин. Но она надо... Ну, вот игрушку, которую купили ей на день рождения. А и она сразу от нее это, убежала, блин, потому что испугалась. И машину так же. А ее-то как резаная. Вот сейчас камеру включила, она молчит. Ну и что, так и будешь ее таскать? Сень! Ну и снимай, ты ее таскаешь. Вот такой сильный он. Я хочу до 9 уровня. Вот такой. Геракл. Не надо в камеру кулаками тыкать. Садись в машину, садись, как Сеня, катайся. Рано ей, что такие машины. Ну что она? Иди, присаживайся. Присаживайся. Короче, все, девчонки. Будем, наверное, прощаться. А то и так, наверное, видео ее. Вот такой подарочек мы. Катя сделала. Деньги не мои, что я ей могу сказать. Захотела, купила. Катя, иди, попрощаемся. Ну, где пульт ищи? Так он на диване был. Нету его на диване. Я же вот на паузу ставил. Но она, значит, уже успела стащить его как-то. Мы его под подушку всегда прячем. Ну ты знаешь, что Варвара, что прятать-то. А что я эту заглушку не одела? Зачем она? А зачем она вообще? Это транспортировочная. А. Вот и пульт нашла. Так там, я посмотрел, там большая батарея. А как они там вставляют? Да дай! Да подожди, ты обычно мама вставляет. Че? Разыгрались. Ладно, Катя. А что ты сделал? На что нажал? Да ты! Ой, я. Что, на улицу пойдем? Где там на улице грязно? Ну ладно тогда, Варвара, иди скажи всем пока. Иди скажи всем пока. Варвар, пока скажи. Ручкой помаши. Она вон шарахается от этой машины. Ну вот, ноги мне не отдави. А, вот. Ладно, Катя, говори всем пока. Всем пока, девчонки. Потом покатаемся на улице, покажем, как Варвара. Если Варвара вообще сядет в эту машину. О, сам себя катает. Ладно, девчонки, всем пока. И так видео слишком длинное, наверное, получилось. Ты что туда в окно полезла? Все в окно грязное. Открывает, там дышит воздухом. Ладно, всем пока, девчонки. Всем пока. Увидимся в следующем видео.